Привет, Алиса, как дела? Как жизнь? Привет, Саня. У меня, как всегда, все хорошо. Ведь мне не знакомо слово «плохо». И я всегда во всем первая. А у тебя как настроение? Надеюсь, все хорошо? Если честно, то не очень. Пошел играть в Бравл Старс без тебя, а там все крутятся и тимятся. Играть невозможно. Правильно ли я поняла? Ты хочешь, чтобы игроки не крутились в Бравл Старс? А кто ж не хочет, Алиса? Жаль только, что мы никак не можем на это повлиять. Они все равно тимятся и крутятся. Как будто специально бесят меня в игре. Я могу попробовать убрать всех тимеров из Бравл Старс. Давай попробуем вместе. Интересно. Но я думаю, что у тебя не получится сделать этого. Ты же не разработчик игры, а всего лишь робот. Как ты смеешь сомневаться в моих способностях? Я ведь прокачала тебе аккаунт в Бравл Старс, а ты все еще сомневаешься во мне? Но это как бы не прокачка аккаунта. Тут дело посерьезней. И мне кажется, что ты не справишься с этой задачей. Убрать всех тимеров из Бравл Старс? Да как это возможно в принципе? Секундочку. Я приглашу к нам своего отца. Он поможет нам решить эту проблему в игре и восстановит справедливость. Отца? В смысле папу? У тебя есть отец? В смысле настоящий папа, как у меня и у моих подписчиков? Конечно, есть. Сейчас я вас познакомлю. Папа, зайди, пожалуйста, к нам в игру. К тебе дело есть. Тук-тук. Кто там? Меня зовут Гугл Гуглович, и я папа Алисы. Приятно познакомиться, Гугл Гуглович. Меня зовут Саня Слоун. Алиса мне сказала, что у тебя есть какие-то проблемы в Бравл Старс. Я могу помочь вам решить эту проблему. Да, тиммеры постоянные, которые в катках попадаются, сливают меня и крутятся, но это же невозможно. Надо с этим что-то сделать. Нажми «Готово». Или я сейчас психану? Понял, понял, нажимаю. Теперь понятно, откуда ноги растут. Я так понимаю, про этих игроков вы мне рассказывали. Да, да, про этих игроков рассказывали. Вот это они, они слили меня в прошлой катке. Ну что же. Сейчас я их забаню навсегда. 3, 2, 1, старт. Готово. Больше они вас не потревожат. В смысле? Все? Их больше нет? Ну, спасибо. Не за что. Если буду нужен, попроси Алису, и я приду. Пойду посмотрю, пока РЕН-ТВ. Спасибо еще раз. Спасибо, Алиса. У тебя крутой папа. Да вы оба крутые. Не стоит благодарности. Мы всего лишь отключили их аккаунты от серверов Бравл Старс. И они больше никогда не смогут играть в игру. Спасибо еще раз. А можно тебя попросить еще об одной услуге? Правда, думаю, с этим ты точно не справишься. Ты спроси, а я подумаю. Можешь мне задонить 100 тысяч гемов на аккаунт? А губа не треснет? Мне кажется, что ты уже наглеешь. Я и так прокачала твой аккаунт бесплатно. И ты еще просишь гемы? А не обнаглел ли ты, старый пес? Все, все, понял, каюсь. Не хотел тебя обидеть. Ты пойми, я ж не со зла. Если на этом видео не будет лайков, я заберу все твои кубки, и ты снова будешь нубом. Или, что еще хуже, позову своего отца, и он тебя накажет. Ты меня понял? Слышали, ребята? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а то она заберет все мои кубки. Она не шутит, ребята. Вы видели, на что способен ее батя? Он за 3 секунды удалил тиммеров из игры. Так что меня он точно без проблем порешит. Вот-вот. Подписывайся на канал и ставь лайк, а то тебе не выпадет Лего. Ну а если хочешь продолжение, напиши об этом в комментариях. Я ведь читаю все комментарии под видео. Спасибо, Алиса. Не за что. Всегда рада помочь.